субботу в Самаре прошла под знаком целой серии мероприятий, связанных с Всероссийским днем физкультурника. Естественно, одним из центральных событий большого спортивного дня стал традиционный стритбольный турнир «Оранжевый мяч», организацией и проведением которого в нашем регионе занимались совместно Министерство спорта и Федерация баскетбола Самарской области. Стоит отметить, что в нынешнем году количество команд-участниц значительно увеличилось. У бассейна ЦСКА ВВС царил настоящий стритбольный бум. За победу бились десятки команд, но только сильнейшим из них удалось добраться до решающих встреч. В этом году, безусловно, самое главное отличие, что команд стало больше. Это результат совместной деятельности Федерации баскетбола Самарской области и Министерства спорта Самарской области. Постарались оповестить как можно больше людей в этот летний день, что проходит соревнование по стритболу в рамках празднования Дня физкультурника. Поэтому это главное отличие и хорошее настроение, спортивная борьба. Они традиционно присутствуют на всех соревнованиях «Оранжевый мяч». Хотелось бы поздравить всех спортсменов вообще, отдельно выделить баскетболистов, как это наш любимый вид спорта. Поздравить с Днем физкультурника, который, я думаю, с каждым годом будет набирать все больше и больше популярности среди жителей всей нашей области, всей страны, так как заниматься спортом, физкультурой становится все более модно, и это просто замечательно. Безусловно, наибольшее внимание привлек мужской финал возрастной категории 18+, в котором сошлись древние и раки в атаке. Действующие чемпионы области как по стритболу, так и по баскетболу в составе команды «Сияние». Финал с участием раков вновь получился полным адреналина. Они вели за 3 минуты до окончания основного времени с убедительным счетом 11-4. Однако древние оказались с характером и невероятным образом нашли путь к спасению. 11-11, овертайм. Победителем становилась та команда, которая первой наберет 2 очка, и для начала соперники обменялись попаданиями со средней дистанции 12-12. Решил судьбу финала лидер раков Андрей Владимиров 13-12. Еще одна победа нашей стритбольной Dream Team, который, кстати, совсем скоро, в конце августа, предстоит защищать честь региона на финале в Нижнем Новгороде.